Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. И смотрите, дорогие друзья, какие чудеса творит эта разработчица. Я не оговорился, это действительно делает такие шедевры девушка. Посмотрите, насколько круто все сделано. Прямо реально, реалистичный циферблат, как будто бы там внутри где-то мигает какая-то лампочка. И это так четко просматривается, как будто бы там действительно какая-то решеточка. И это все видно. Очень много, дорогие друзья, интересных действительно работ вы можете найти вот в этом канале Новости СВ. Ссылочка есть в описании видео. Проходите, подписывайтесь, не стесняйтесь. Как можно ближе я показываю вам этот циферблат, и когда я говорил в восхищении о том, смотрите, что творит данная разработчица, я нисколько как бы, ну, не лукавил и не притворялся. Это действительно крутые работы. Посмотрите, как это все выглядит. Я как могу близко вам это все показываю, для того, чтобы вы действительно разглядели эту высочайшего качества работу. Не знаю, как ей это удалось. Но это ей удалось. Это уже не первая работа, которую я демонстрирую на своем канале данной разработчицы. Один из ее календарный циферблат тоже очень крутой. Ссылочки, я думаю, на него также оставлю в описании видео. Ну, как, я не знаю, как это она сделала, но она это смогла сделать. Прорисовка данного циферблата действительно восхищает. Мы с вами здесь видим виджет, которые меняются. Дальше вот этот виджет даты, он не меняется, а воскресенье полное написано. Получается у нас день месяца, ну и сам месяц. Здесь у нас еще также обозначено, сколько недель было в этом году, а с этой стороны, сколько уже прошло дней. Дальше цифровое время, и как видите, у меня это в моем случае в 24-часовом формате, также в зависимости от настроек вашего смартфона, это может быть в 12-часовом формате. Здесь у нас пульсик, здесь сколько мы натопали шагов, также, дорогие друзья, сколько прошли в километрах и заряд батарейки. Еще раз захотел показать вам это очень близко. Здесь, смотрите, даже еще какие-то болтики под шестигранники, короче, сделаны. Блин, реально круто. Секундная стрелочка, видите, вокруг двигается. И мы с вами сейчас пройдем в настроечки. И там все подробно рассмотрим. Ну, первое сразу же это цвет. Цвет именно за, получается, фоном, да? Вот эта внутренняя полосочка, которая в моем случае, вернее, огонек был синий. Его можно будет сделать синий. Причем, смотрите, как меняется. Первый просто белый. И белое все. Дальше белый фон, но чуть матовые циферки. Еще дальше другой цвет. И также пошли матовые циферки, синий цвет и так далее и тому подобное. В итоге мы с вами можем получить разнообразные цвета, которые, возможно, что-то нам да понравится. Но мне больше понравилось вот это вот красно с белым, чтобы именно цифры были белыми. А в задний фон вот эта лампочка красная. Далее, дорогие друзья, мы с вами, смотрите, что еще видим. У нас меняется вот эта решеточка. Я хочу вам показать это поближе. Смотрите, значит, теперь у нас вот такая вот решеточка. Идем дальше. Смотрим. Теперь еще один вариантик вот такой. Причем, обратите внимание, она прям как настоящая, эта решетка-то. Блин, реально молодец, слушай, девчонка. Едем дальше. Теперь вот такая. Еще дальше. Смотрим. Ну, чуть такая помельче, да, и потолще стенки. Ну и вот вообще вот такая. Блин, ну круто, короче. Далее у нас с вами, дорогие друзья, будет меняться. Как видите, здесь написано флеш-эффект. Другими словами, эффект мигания, он будет либо вообще его можно отключить, сделав первую строку, либо его в дальнейшем сделать побыстрее. Сейчас посмотрим с вами, как будет последняя. Вообще отключился цвет. Видите, просто черный экран. Просто черный экран. Предпоследняя настроечка, такой пульсирующий цвет. Еще одна из настроечек, она такая уже более, как скажем, частое включение этого цвета.
Еще одна настроечка, это Time Color, это получается цвет времени. Вот серенький, пошли голубенький, белый и еще вот такой. Короче, выбирайте то, что вам хочется, и едем дальше. Здесь цвет даты. Дата Color 1, это получается верхний. Но мне все-таки симпатичен белый цвет, поэтому я его менять не буду. Дата Color 2, это уже вот здесь, верхний слой. Пожалуйста, смотрите. Я же все-таки, наверное, бы нашел просто чисто белый и тоже сделал ярко-белый, но его здесь нет. Ярко-белый, только чуть такой сероватенький. Следующее, это получается цвет секунды, который идет под решеточкой по кругу, как пятно такое, да. Выбираем, какое хотим, здесь его видно, вот оно, как меняется эта подсветочка. Ну и последнее, это две топ-зоны, виджеты. И здесь у нас простые топ-зоны на выбор, пожалуйста, какие-то приложения. И по факту мы с вами получаем вот такую вот красотищу. А с большим сожалением хочу вам сказать, дорогие друзья, что данный циферблат доступен только для российского рынка. Другими словами, если вы же проживаете в России, имеете карту оплачиваемую в России, то вы сможете его купить в магазине Rear Store. Милости просим, ссылочка в описании видео, а также будет в закрепленном комментарии. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, лайки, ну и, естественно, комментарии и все остальное. Спасибо за внимание, пока!